Я испытываю смесь эмоций. Гнев, разочарование и глубокая потеря. Речь идет о человеческих жизнях. Мы читали о произошедшем. Погибли бабушка, мать и крошечный младенец. Муж, который горюет, не зная, как это принять. И другие люди, у которых отняли жизнь. Я молюсь, чтобы тепло, которое мы чувствовали в Украине, было настолько сильным, что придаст сил и позволит выиграть эту войну. Войну, которую начали не они, с агрессором, у которого нет ничего, кроме злых намерений. Это не война армий или военных. Это убийство людей и геноцид украинского народа. Но я вижу, что украинский народ, как бы его ни пытались подавить, становится сильнее. Украинский народ выиграет эту войну. У него есть дух борцов. И я очень горжусь украинцами. Я родилась в Украине, и это делает меня сильнее.